Всем привет! Это канал «Сочи Дом», где мы снимаем только хорошие дома. Мы с вами в Адлерском районе, Нижняя Шиловка, в нескольких километрах от Олимпийского парка. Он там. Именно здесь, на вершине горы, расположился наш сегодняшний объект – роскошная белоснежная вилла. Прекрасное решение зоны отдыха около бассейна. Сидишь, наслаждаешься видами. А ведь посмотреть и вправду есть на что. Но, впрочем, к этому мы еще вернемся. Давайте посмотрим, что внутри. При входе мы попадаем в большой холл, где нас встречают теплые полы. Разулись и комфортно потопали по дому. Также здесь много всяких интересных скрытых шкафчиков. Гостевой санузел и сразу же для удобства портальный выход к бассейну. А сейчас покажу вам гостиную и кухонную зону. Попадая в гостиную, мы также видим огромное пространство с большим диваном, где вы можете круто отдыхать со своими друзьями и беседовать на интересующие вас темы. Мы попадаем в кухонную зону. Обеденный стол на 6 персон. Рабочая зона с винным шкафчиком и всей нужной, необходимой техникой. Много-много шкафов. Обратите внимание, гостевая комната, а сейчас мы переместимся на второй этаж. Классная, удобная, широкая лестница, второй свет и шикарная люстра. На втором этаже у нас 4 спальные комнаты, прачечная и кабинет. А также по периметру второго этажа из каждой комнаты выход на свою собственную террасу. Когда вы приехали домой, вы можете оставить свой автомобиль на крытой парковке. Также вы можете загнать его в гараж. Ну а эта дверь – это хозпомещение. Через портальный выход из холла или гостевой комнаты мы попадаем в зону отдыха. Здесь у нас расположен бассейн, оснащенный подсветкой, подогревом и прямотоком. И со всей этой территории, и даже плавая в бассейне, вы наблюдаете потрясающие виды. В данный момент на участке мы видим просто зеленый газон, но ваша фантазия здесь может разгуляться как угодно. Можно высадить плодовые деревья, поставить баньку, сделать зону барбекю, все что угодно. И в завершении я хотел бы сказать, это прекрасный дом на вершине горы. Просторный и в то же время эргономичный, функциональный и стильный. Кого заинтересовало данное предложение, звоните, пишите в Telegram, WhatsApp, я отвечу на все интересующие вас вопросы. С вами был Юрий Ячный. До новых встреч!